Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение под номером 14 на странице 33 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. Нарисую на циферблате часов стрелки так, чтобы они показывали записанное по часам время. Мы знаем, что одна стрелка у нас должна быть часовой, она короткая, а другая минутной, она длинная. Первые часы у нас показывают 3 часа. Значит, минутная стрелка у нас будет на 12 минутах, это вот здесь, а часовая на 3 часах. Это вот здесь короткая стрелка, 12 часов 30 минут. 12 у нас часов вверху, но у нас уже немножечко больше, чем 12. Короткую стрелку рисуем вот сюда, а 30 минут это внизу, длинную стрелку рисуем вниз. 7 часов 45 минут. 7 часов у нас здесь, но у нас 7 часов 45 минут, это почти 8. Короткую стрелку ведем вот сюда. 45 минут у нас будут вот здесь. 10 часов 15 минут. 10 часов у нас вот. Ведем сюда короткую стрелку, 15 минут у нас находится вот здесь. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.